Всем добрый день, меня зовут Стрельская Альбина, я тренер по продуктовой коммуникации Oriflame Беларусь, и сегодня я знакомлю вас с новинками каталога номер 15. И буквально на первой странице нашего каталога вы увидите нашу вау-новинку, наш вау-запуск, и на развороте в том числе вы увидите вот такую вот красивую, яркую помаду. Это наш вау-запуск, бархатистая революция, эволюция, как хотите. Почему мы говорим именно об этом, почему это революция? Дело в том, что наверняка каждый из вас скажет, что ну как бы, а что здесь такого, матовая помада у меня тоже есть в косметичке. Но тем не менее, не соглашусь с вами. Дело в том, что как визажист тоже могу сказать, что очень часто ношу матовые помады, потому что именно матовые помады обеспечивают действительно долгоиграющую стойкость. Особенно важно, если у нас какой-то ждет какое-то важное мероприятие, конечно, матовая помада это очень хорошее подспорье для того, чтобы есть, пить и до конца вечера оставаться при красивом макияже губ. Но, к сожалению, матовая помада не всегда комфортна в носке, потому что есть эффект стянутости, и именно поэтому мы говорим о бархатной революции. Дело в том, что это кремовая формула, которая при нанесении на губы превращается в матовый финиш, но при этом ощущения остаются очень комфортными. Конечно же, мы не говорим об увлажняющих ощущениях, да, то есть, но при этом нет эффекта, совершенно нет эффекта стянутости. Просто в какой-то момент, когда она застывает на губах, вы перестаете ее чувствовать, и это потрясающе. В составе, кстати, вот как раз таки бархатистые микросферы, матирующая пудра, и в составе специальный связывающий гель, который как раз таки продлевает и дает тот самый эффект вот долгой носки помады, когда вам не нужно подкрашивать ваши губки, когда не остаются вот губы на стакане, да, то есть помада на стакане, да, то есть вот, ну, часто такое тоже бывает, да, то есть когда вам комфортно и при этом у вас вы получаете такой бархатный финиш, яркую насыщенную текстуру, они очень пигментированные, застывают, не растекаются, не расплываются, и вы с удовольствием проходите абсолютно весь вечер. У меня, кстати, на губах сейчас одна из них, одна из новинок, это бежевый нюд 38-459. Он сделан под контурный карандашик. То есть без контурного карандаша он смотрится светлее. Да, то есть, но с контурным карандашом в коричневом оттенке вы получаете вот такой эффект омбре. Тоже смотрится очень красиво. То есть можно сочетать именно такую помаду, если вам кажется, что она светлая. Да, то есть вы можете выделить ваши губы вот при помощи карандашика, получать вот такой вот эффект. Мне кажется, что очень выразительно и красиво. Кстати говоря, еще одна моя новиночка и любимица из этой серии, я сразу вам скажу, это цветущий пион, код 38461. Несмотря на то, что он покажется, возможно, ярким, но на самом деле он смотрится, он имеет оттенок такой очень пыльной розы, но достаточно спокойный. То есть он не кричащий розовый, очень приятный, да, то есть и в сочетании с каким-то нейтральным карандашиком, да, то есть будет идеально смотреться, в том числе и на каждый день. Конечно же, вот такой идеально красный, да, то есть сочный красный, классический красный, 38-464, и стильный бордо вот в таком вот оттеночке, да, то есть я сейчас покажу свотчи 38-465. Вот смотрите, вот от самого темного оттенка, да, то есть вот к самому светлому, да, то есть они смотрятся очень выразительно, очень ярко, насыщенно, да, то есть, и еще раз повторюсь, такая кремовая бархатистая текстура. И сразу вот, раз уж я показала свою ручку, да, то есть я вам сейчас покажу еще три карандашика. Это кремовые тени, это тоже наши новиночки в этом каталоге, не могла про них тоже не рассказать. Они могут использоваться как самостоятельный продукт, то есть они в стике, они не растекаются, застывают, не скатываются, да, то есть и имеют такой очень яркий светящийся финиш, особенно это актуально вот в ноябре, в декабре, вы знаете, такие предпраздничные продукты. Смотрите, какой красивый синий, не знаю, вот он прямо такой светящийся, очень красивый, прям, не знаю, это моя любовь. Вот, и еще смотрите, вот такой вот
Сейчас я посмотрю какой-то номер. Есть золотистый, а есть вот более бежевый карандашик в оттенке 34794. Он максимально натуральный, да, то есть и он прекрасно подойдет как самостоятельный такой продукт бежевого оттенка, либо его можно использовать как подложку под тени, и ваш макияж заиграет новыми красками, станет светящимся таким многогранным, интересным. Поэтому обязательно вот эти вот новинки, мне кажется, это must-have абсолютно любой косметички, особенно в предпраздничные. Уже совсем скоро, уже время, когда будут корпоративы, поэтому начинайте запасаться по выгодным ценам уже сейчас. А если вы еще покупаете, приобретаете продукты, в частности, тушь, помаду и, например, тональное средство Everlasting, например, тон или матирующий тон, да, то есть это действительно очень стойкие тональные основы с разными финишами, либо с матовым финишем, либо со светящимся сатиновым финишем. В таком случае вы можете приобрести этот набор всего лишь за 25 рублей 34 копейки. Это просто, ну, я не знаю, какие-то сногсшибательные предложения, поэтому обязательно обращаем внимание вот на эти продукты, эти предложения. Пока-пока.